Всем большой-большой привет! Сегодня готовим очень вкусное блюдо. Это маринованную капусту, которая лишней на вашем столе ну никак не будет, особенно под картошечку. И что нам понадобится для этого рецепта? Конечно же, сама капуста, растительное масло, вода. Тут у меня соль и сахар, уксус, одна морковка, один красный сладкий перец, и я еще возьму чуть-чуть кориандра молотого. Капуста маринуется очень быстро. Если вы сделаете это утром, то на вечер к картошечке уже будет вкусная маринованная капуста. Можно сделать на ночь. Давайте приступим. В воду засыпаю соль и сахар. Наливаю масло. И добавляю молотый кориандр. Все хорошо помешиваю и отправляю на плиту, чтобы у нас соль и сахар растворились. Буду кипятить где-то примерно минуты 4-5. Количество ингредиентов вы найдете под видео. Болгарский перец нарезаю длинной соломкой и отправляю его в капусту. Морковку натираю на терке для корейской моркови. Маринад прокипел, снимаю его с огня, добавляю уксус и все хорошо перемешиваю. Овощи можно разложить по банкам и мариновать прямо в банке. А можно это делать прямо вот в такой глубокой миске. Я буду делать это в миске, потому что у меня такая капуста съедается, ну, буквально за секунды. И пока еще маринад горячий, мы заливаем им наши овощи. Все хорошо перемешиваем. Маринада в капусте должно быть много. Маринад должен полностью покрывать капусту. Можно поставить сюда небольшой гнет и отправляю в холодильник примерно на 4-5 часов. Через 5 часов на вашем столе замечательная, хрустящая, вкусная маринованная капуста. Капуста готова. Сейчас я ее помешаю, переложу в красивую тарелку и буду подавать к столу с отварной картошкой. Капуста получается бесподобно вкусная. Сверху ее можно украсить свежей зеленью. С этим маринадом справится любая, даже самая начинающая хозяйка. И поверьте, всех удивит за столом. Все будут думать, что вы купили эту капусту в магазине. Но на самом деле это же не так, и мы с вами это знаем. Кому понравился рецепт, обязательно подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать новые интересные рецепты. Также поделитесь этим рецептом в своих соцсетях со своими знакомыми. И, конечно же, заходите в мою группу ВКонтакте. Там очень много интересных рецептов. Всем огромное спасибо! До свидания и пока. Готовьте также просто, вкусно, быстро и из простых продуктов. Давайте жить вкусно!